Всем привет! Хочу рассказать сегодня те глюки, те минусы, которые случаются сейчас у меня, начали случаться в течение там, на протяжении, наверное, двух недель, трех уже такое творится. Сейчас, вот, а именно вчера был вообще страшный глюк с Мэвиком у меня. То есть я вчера приехал на то место, где я постоянно снимал до этого, все было нормально, на Карамышевской набережной там, вот. Вечером причем, то есть фактически там тишина, то есть, не знаю, помех там практически неоткуда взяться, то есть таких больших металлических там ничего нет, это на набережной, там около Москва-реки, вот. Я его, в общем, поставил, там такая стояночка открытая, большая, я его откалибровал, поставил, значит, он мне показал, что все, можно лететь, якобы. То есть загорелись вот сейчас. Давайте, кстати, попробуем. Что сейчас покажет. То есть у меня что произошло? То есть он все нормально показал, что можно лететь. Ready to go загорелось. Все дела. Вот, то есть он приподнялся в воздух. Я, кстати, кто не знает, тут, ребят, могу подсказать. Типа я все время включаю авиарежим. И все нормально, летаю. У меня, то есть, звонки не проходят никакие, никаких помех, то есть посторонних нету вообще. Все всегда нормально. Не знаю. Вот про то, что кто-то спрашивал, что сначала включать, все по-разному говорят. Не знаю. Я почему-то все время до этого летал. Включал сначала дрон, потом включал пульт. Вот. Но вот в последнее время сейчас что-то я прочитал, вроде написано, как сначала надо включать пульт с приложением, а потом сам дрон. Видите, он что показывает? То есть он сейчас типа ищет. Ну, когда я включаю сначала дрон, потом этот, находит сразу. Не знаю, вот сейчас посмотрим. Видите, моргает как зеленый-красный. Это значит, он в поиске. Что-то у него не в порядке. Overstatus. Нажмем. Don't move aircraft. Stalling. Скомплект. Нету соединения. Хотя камера показывается, непонятно. В общем, что у меня происходило с ним? Он у меня вот. Давайте сейчас вот попробуем, кстати, наоборот, чтобы не было никаких споров. Да, вот как я до этого делал. Сейчас смотрите, давайте сейчас выключимся. Опять сначала. Вот, выключим пульт и сделаем, как я до этого делал раньше все время. То есть я когда прихожу, сначала включаю коптер, жду чуть-чуть, после вот этого звука начинаю включать пульт. Включаю пульт, чуть-чуть он сейчас подзагрузится. И включаю приложение. Когда такой звук проходит, смотрите сейчас. О, видите, моментально нашел. То есть, ребят, запомните. Включаем сначала дрон, потом пульт. Хотя, может быть, где-то как-то по-разному все написано. То есть, ну, я все время так делал. И всегда у меня, вот видите, ready to go сразу практически загорелось. Все, и сейчас даже если я его чуть-чуть подниму, наверное, сейчас появится даже... О, видите, ready to go. Это появляется даже. Зеленый моргает сзади, видите? То есть можно лететь уже вообще. Вон, видите? И вот иногда желтый, иногда зеленый. Вот эта вот непонятная мне вещь происходит сейчас практически всегда. Ну, видите, родит. Вообще можно взлетать, все дела. Горит. Вон, зеленый, видите, горит. Вот непонятная, короче, история. И значит... Я в ролик сейчас вставлю, ребят, посмотрите, что у меня произошло. Вот он у меня откалибровался, все нормально, причем моргал сзади зеленый, все отлично, я его завожу. Он взлетел, я начал вот так вот разворачиваться, как бы, чтобы его чуть развернуть. Только начал его разворачивать, он развернулся и что-то начал вот так вот по кругу, по кругу, по кругу.
Короче, и прям полетит так под углом и на дорогу, короче, выскочил. Я испугался, хорошо, машин там мало не ездит. Я выехал, сразу его забрал, выключил, поехал домой. Думаю, не стал летать вообще, слава богу. Думаю, если бы такое в воздухе случилось. А до этого, значит, произошла история у меня. Я уже там снял ролик, выложил, типа глюки. То есть он взлетел у меня на живописном, о, не живописном, как он, на Новорижском мосту там, да, знаете, эта штука такая, яйцо это висит. Я вокруг него настал облетать, но там я могу понять, там может быть этих много металлических вот этих, да, она сама металлическая конструкция большая, может быть что-то с компасом там, потому что там вообще пропал конкретно компас, он при бипи выключился и полетел домой якобы. А потом на середине дороги, на середине возврата домой, что-то вообще остановился и пропало у меня. Здесь перестало пищать, красное загорелось, и все. Я вижу только изображение, и он не летит, ничего. И я, короче, стиками его сам по камере вел домой и как бы посадил его в ручном режиме. Потом уже, когда ближе начал ко мне подлетать, у него включился опять возврат домой, и он сам начал лететь. Причем возвращался не на то место, а метров на 6-7, наверное, левее. То есть вот такие вещи происходят. В последнее время вообще непонятно почему. Смотрите, горит ready to go. Вот, я чуть-чуть отвожу. А, сейчас вообще компас error, видите? То есть, вон, видите, компас error загорается. Не видно, наверное, да? Смотрите сейчас. Будет что появляться. И, кстати, вот этот сзади фонарик, смотрите, моргает зеленый сейчас. Видите? А здесь показывается желтый какой-то. О, компас error, видите, опять. Вот такая, в общем, ситуация. И это постоянно происходит. Сейчас мне кто-то там начнет говорить, да ты же дома там сидишь и так далее. Нет, ребят, я вас уверяю, это происходит и на улице, происходит и в открытом поле. То есть это вообще дурдом какой-то. Вот, сейчас я скажу, почему такая вещь происходит. Я разговаривал с одним человеком ВКонтакте, там есть и группа квадрокоптеры. Вот, он мне позвонил, как бы, я ему написал об этой проблеме, он мне позвонил и сказал, якобы сейчас идет такой слух, где-то он там на форумах почитал, на каких-то, не знаю, может, на импортных. В общем, говорят, из-за того, что Mavic складывается вот в этом положении, да, в таком, у него якобы размагничивается компас от моторов. То есть моторы находятся здесь и здесь, да, как бы когда складываешь его. Вот. По поводу вот этой вещи он мне тоже сказал, но я не верю, в плане того, что он сказал, что типа у него же здесь вот кузов, ой, не кузов, говорю, а сам корпус, да, тоже якобы металлический. Но я знаю, просто я как бы на токаре учился, тоже чуть-чуть знаю, что вот этот металл, это такой сплав, который размагнитить не может, он сам не магнитится, то есть у него нет никаких магнитных свойств. Это совершенно точно. Вот это вот, видите, это для теплоотвода, типа радиаторные, я так понимаю, решетки. Вот. Ну, скорее всего, да, вот по поводу моторчиков, да, вот здесь металл присутствует, сами стержни вот эти вот, да, может быть, не спорю. И, в общем, происходит такая вещь, знаете, здесь получается 4 моторчика вокруг компаса стоят, да. За счет этого, как бы, со временем проходит, то есть размагничивается компас. Может быть такое. Он мне сказал, якобы я поищу там какого-то человечка найду, он может как-то компас этот опять произвести в заводское состояние, вернуть то ли его на магните, то ли размагнить, не знаю, в ноль как-то. И, в общем, он потом нормально становится работать, начинает. Не знаю, в общем, я сейчас не хочу рисковать. У меня он, я его брал здесь, в России, в Турбороботе. То есть я сейчас его отвезу там Илюшке. Он мне обещал, якобы они сказали, что у тебя российская гарантия, все нормально, мы официальные дилеры. И если у тебя что-то произойдет, привози, мы у тебя его возьмем на ремонт и отдадим тебе на время полетать другой, пока этот заберем. Вот. То есть, ну, я, наверное, так сделаю. Сейчас поеду им сдам в ремонт, наверное. Пускай они сами там магнитят, размагнитят, ничего хотят сделают, не знаю. Но так продолжаться дальше не может. И если это будет повторяться, ребят, я обязательно сниму ролик еще один
выложу, вы мне сами напишите. Кстати, ребят, прошу, напишите мне кто-нибудь, если у кого есть этот... Здесь вот пластмасска такая, знаете, для транспортировочной, которая фиксирует камеру, я ее потерял. Блин, не могу нигде вот сейчас ее найти. Я знаю, колпаки вот эти продаются на в этом Carolina Drones. Я видел, на сайте у них есть. Но вот эту вот штучку нету, не могу найти. Может быть, кто-то знает, где-то на AliExpress там видели или еще где-то. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях. Ссылку, может быть, кто-то скинет, там поможет. О, кстати, еще я хотел сегодня прикол такой нашел. Ребята, вы знаете, да, что у Мэвика нету этого козырька, да, который, ну, от солнца, да. И я сегодня такой придумал. У меня, как вы знаете, есть еще два Юника, да, Тайфун, Q500 и Ашка. Вот, и я взял сегодня от этого, от Q500, вот такая крышка у него, видите, идет. Она здесь с липучками, короче. Я сегодня прикололся, такой взял, короче, сюда. Да, мы, короче, его подсоединили, ну, вот в это подключил. У него же здесь тоже нет, ну, как бы, этого козырька, да, никакого. Я думаю, наверное, я вот эту штуку пристрою сюда, короче. Только единственное, надо ее как-то закрепить. Смотрите, какая тема получается интересная. То есть, ну, в принципе, как бы, даже удобно, реально, я вам скажу. Ну, то есть, а, вообще, не, вообще, ну, вот таким образом нормально летать можно, кстати. Видите, как бы, не знаю, что-нибудь придумаю. Наверное, вот так вот классно будет вообще. Офигенно видно. Я и завтра проверю, как бы я завтра поеду, попробую. Я в поле уеду, там, где вообще нет ничего, никаких железок. Попробую полетать еще. Вот, может быть. Ну, потом вам тоже напишу там, что произошло и как вообще он себя повел. Хорошо его откалибрую. Вот, в общем, такая ситуация. Как все будет продолжаться, неизвестно пока. Вот. То есть минусы вот такие, я могу перечислить. То есть это первый минус, то, что у меня треснулся колпачок вот этот, я вам говорил, да? Здесь вот он, когда в сумку кладешь, он трескается. Вот. И, кстати, там мне один человечек написал по поводу того, как он укладывается в сумку. Типа, я думаю, никаким местом там, я уверяю вас, я думаю головой, только головой. Вот. И причем я сделал такие выводы после многих экспериментов. Вот эта крышка, кстати, ребята, я про что я говорил, да, видите, у меня сейчас она на изоленте вообще. Я ее фактически просто, когда кладу в сумку, чтобы камера все-таки никак не пострадала, вот, я ее вот так вот на изоленте теперь приматываю. В общем, но она, в принципе, не нужна вообще. Вот, я вас уверяю, ребята, кладите только так, вот только вниз этой самой камеры он кладется, потому что он здесь уже и здесь уже, и он стыкается только так. Если вы будете класть его вверх камерой, видите, как у него расположены ножки, и вот здесь они резиновые. И если вы кладете вот так, во-первых, он вообще, вот видите, он даже по этому не влезает сюда уже, видите, да? То есть, а когда ты его начинаешь туда пихать, если ты его туда хоть каким-то образом запихиваешь, да, то обратно, представляете, это как шишка тоже засунуть и обратно как шишку вытаскивать, да. Ну, ребят, я вас уверяю, только камеры вниз кладите и не парьтесь вообще. Он так классно сюда влезает, вылезает, и у него расстояние и места хватает, и все вообще. То есть, по поводу этого, вот это я ответил вот этому мужчине, который мне написал, конечно, спасибо, что комментарии пишете, но, пожалуйста, сначала проверьте сами, потом пишите, я вас прошу. То есть, никак по-другому Mavic не кладется, только, и я вас всех уверяю, вниз, вниз и вниз, вниз, только вниз камеры. Вот. Так что выводы такие, ребят, если хотите брать.